Евгения. Желаем ему в первую очередь здоровья. Оно, как показывает практика мирового футбола на прошлой неделе, да, согласен, абсолютно. Достаточно важная. Опа! А у нас точка. Судя по жесту главного арбитра, и кто-то там напортачил из строгинцев. Взяли такое впечатление, что в коробочку футболиста соперников, и арбитр без раздумий указывает на 11-метровую отметку. Александр Добролюбов вот так вот в начале, на 7-й минуте, назначает пенальти, и Василию Лукичеву сейчас придется стараться. По-моему, Джикаев пошел этот пенальти выполнять под 15-м номером. Ну что, будем смотреть. Вот так вот, да, Артем говорил, что строгинцы взяли игру под свой контроль. Но вот тут же пенальти, разбег, удар, Лукичев вытащил! Вот это да! Мой молодец, Василий! Да, Мордовия, это, конечно, пример у нас, я так понимаю, на долгое-долгое время. Ну что, Заерка, Иващенко, ну, я так понимаю, что вряд ли будет Душин бить. Иващенко разбегается, пробегает мимо. Ну что, Заерка, любимая его точка. Заерка, пушка! Страшная! Ну, гол! Ну, наконец-то, Пронкин добивает мяч в ворота после выстрела Руслана Заерка. Ну что ж, ну, наконец-то, а какой удар у Заерка? Бывает, бывает, в следующий раз, я уверен, обязательно, обязательно повезет молодому полузащитнику 96-го года, Дима. Ну вот, ох, как здесь Заярка уже в... О, Бронкин! Второй мяч забивает! Вот это Заярка ему выдал, ну и в...